закидали их ёлками, замесили грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. Никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени бесконечные. Доступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно.